Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивианы Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Новый план! Нас заметили! Помню, как было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ладно, вот цель. Надо отдать должное краутам. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Ши-ши-ши-ши. Впереди движение врага. Ладно, мы с Вивен снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Дэниелс, раз вы с Сусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. Ну давай. Ладно, пошли. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Убери снайпера. Используй нож, Дэниелс. Отлично, Дэниелс. Офицера! Тернер. Возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Идем. Чш. Осторожно. Молодец. Пошли. Вас вода. Снайпер твой, Дэй. Черт! Бегаем! Нельзя дать ему уйти! Так все, идем в бой! Стой, стой, стой!
дверью! Дэниел, есть патроны. Дверь! Сэр, нужны патроны. Я про тебя не забыл. Дэниел, открой дверь. Берегись! Черт! Дэниел, вставай! Все под джипом, быстро! Ты его видишь? Вот он, показал! Слева! Поворот направо! Быстрее! Я иду, держись!
Мать твою! Мне не показалось? Неужели живы? Это войдет в учебники. Надеюсь, что Стайлс заснял. Может, Пирсон теперь хоть ненадолго от нас отстанет. Берегись! За мной. Отведу вас к взводу. Прости, а ты вообще кто? Друг. Идем. Забирай аптечку, когда сможешь. Сюда! Держи. Кидаю гранату. Ваш взвод здесь. Кажется, вы потеряли этих людей. А, вы встретили Руссо. Она из Маки, сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Можно было хотя бы попытаться его допросить. Много возни, он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. А еще мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с Цусом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставило нас искать на месте крушения документы. Они были нужны для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Взорвав тот поезд, мы выиграли для Парижа время. Захваченные нами бумаги позволят бойцам сопротивления проникнуть в самое логово нацистов. Я в деле. Август 44-го. Момент настал. Мы собираемся освободить Париж. Французы из 2-й бронетанковой и наша 4-я пехотная придут к утру. Значит, сегодня вечером выступаем. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Гарнизоном командует полицейфюрер СС Генрих.
Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята, готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Кассерине. Всем бы его храбрость. Недолго осталось, Мезами. Теперь лезем в логово к волкам. До встречи. Фашисты. Мы едем. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Ты Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Герр Шпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте так, майор. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Кто послал? Шпигель. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Поздно отступать. Я все равно дойду до конца. Guten Abend. Papiere, bitte. Haben Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Помни, тебе нужен Фишер. Он будет в серой форме офицера. Скажи мне пароль. Вахлен. Удачи. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Ja. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Oder schnell.
Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Das ist doch bekloppt! Wieso gewinnst du immer, Johann? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Genauso viel Pech wie beim Kartenspielen. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich, hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Für wen arbeitet sie? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Ви готові совершити обмін? Ні, рано. А я вже опаздываю. Взрывчатка буде в портфелі, похожим на ваш. Мінятися будемо в оперативному пункті. Ведіть. Ні, за мною слідять.
А вы можете добраться до кабинета Генриха на третьем этаже. А там срежете путь до северного крыла, миновав КП. Нас не должны видеть вместе. Идите и до встречи в опехбункте. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Если вы не будете строго судить, мы можем с вами перейти на английский, потому что, я уверен, практика ведет к совершенству. Питер, nehmen Sie das Blatt. Садитесь. Итак, Герр Грубер прислал вас подготовить мой отъезд. Я польщен. Это был герр-командир Шпигель. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Давайте выпьем. За возвращение на родину. Французы друг друга стоят. Но, боже, как я буду скучать по их кухне! Берут овсянку, крошечную, певчую птичку, выкалывают ей глазки, чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это гениально. Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или потому, как она медленно дохла. Но в одном я все же уверен точно. Смотреть, как извивается под моим сапогом твой сын, было приятнее всего на свете. Руссо! Это за моих товарищей. Это за моего сына. Это за меня. Vive la résistance. Heinrich?
gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die aufregen? Bitte Sie sofort den Polizeiführer. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Sind Sie bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene. Die Sicherheitsstation wird jede überprüft. Einer Stunde gesagt. Weißt du, was sie hier will? Sie Berlin. Ich kann den Bericht nirgendwo finden. Finden Sie Ihre Familie und Behörden? Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! На вас можно положиться. Все на ушах стоят. Что вообще, черт возьми, стряслось? Они поймали нашего шпиона. Вы успели поменяться? Да, взрывчатка у меня. Продолжаем задание. Встретимся во дворе, когда ты заложишь взрывчатку. Нельзя терять самообладание. Если будете в беде, я помогу. И еще одно. Что-то не так. Надо выдвигаться. Не стреляй, пока ворота не откроются. Будь готов. Ну вот, это наш сигнал. Покажите! Пошли, парни! Без нас они гарнизон не удержат. Прикрытие!
Все будет нормально! Отнесите меня в укрытие! Сержант, дайте их позиции! Нужна помощь! Фрицы все еще там, надо с ними разобраться. Auf die Türen achten. Вот, держи. Руссон, опусти туда дыма. Надо зачистить холл и закрепиться там. Их подкрепление на подходе. За дело. Пал, фрице! Хорошо сработано, Дэниелс. У меня аптечка. Установим оборону. Немцы скоро появятся. Это лучшая точка для обороны. Подойдут, бросай коктейль Молотова. Весь город отбивается! Мы справимся! Дальше по улице дым! Вот они! Целься в водителя! Остальным ждать, когда подойдут на выстрел! Пулемет, открыть огонь! От моста! Впереди огнеметчик!
Отвали! Снайперы! В здании за стены! Отстань! Слишком близко подошли! Впереди враги! Бросай коктейль Молотова! Передай! Справились, Дэниелс. Вернемся к остальным. Превосходно потрудились. Превосходно. Справились. Виголь с войском входит в город. Похоже, мы все же отведаем шампанское и икру. Эй, Дэниелс, где та красотка, которой нужен симпатичный солдат? Прости, друг. Хотел тебя подбодрить. Вот так всегда. Город огней. Ну вот, хорошая новость, верно, Кроу? Назад пути нет. Франция вернула себе Париж. Но это еще не конец. Война не закончена. Да брось, Пирсон, пусть порадуется. Для этого есть Тёрнер. Я никогда не забуду, как мы брали этот гарнизон и освобождали Париж. Черт, кажется, даже Пирсон улыбался. Набрав такую скорость, мы прорвемся до самого Рейна. Октябрь. Мы в Ахене. Немцы бьются за него, как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому.
Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Слушай, будешь давить на меня и увидишь, что будет. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо твоего Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно наслетаться! Танки прикрывают флангер! А ну-ка, заткнитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниелс! Дуй с Аэла за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Держите, сержант! Дэгвуд Вай, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняй! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Грэбсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Всем быть начеку. Следите за окнами. Ладно, Грэбсон, пошли. На их земле. Совсем другой разговор. Если хотят море крови, мы им устроим. У них нет ни шанса. Они так не считают. Панцершреки! Перелетаю! Готов стрелять! В том квартале пехота фрицев. Слышу стрельбу. Они атакуют наших. Верхний этаж!
западному фланку! Прием! Быстрее, Перес! Отбой! Рэпсон! Первый взвод под сильным обстрелом! Ладно, поторопимся! Рэпсон, не так быстро! Я тебя не вижу! Я вижу собор! Мы почти там! Панцер! Справа! Справа! Рэпсон! Огонь в танке! Люки! Черт! Нет! Нет! Черт! Наружу! Наружу! Рэпсон! Нет! Панцера вон! Надо во вход! Видно! Отходим! Не попадайте на прицел! Панцер бьет по нам справа! Отскочил! Мы под прицелом! Привет, казенники! Отскочил! Мы у него на прицеле! Отвечаем! Можно целиться! Стреляй слева! Да, сейчас разобьем! Снаряд отскочил! Еще один подать не выдержит! Выстрел мимо! Попали! Мы под прицелом! Отлично! Отскочил! Попали! Он ведет нас! Я вижу собор! Мы почти там! Панцер! Справа! Справа! Рэпсон! Огонь в танке! Люки! Черт! Нет! Нет! Черт! Наружу! Наружу! Рэпсон! Нет! Мы не этого панцера вон! Надо вовсю! Видно! Отходим! Подание слева! Срикошетил! Мы под прицелом! По нам бьют слева! Нас сейчас подобьют! Перезаряжаю! Снаряд отскочил! Он взял нас на прицел! Стреляй слева! Еще один удар не выдержим! Я вижу собор! Мы почти там! Панцер! Справа! Справа! Рэпсон! Огонь в танке! Люки! Черт! Нет! Нет! Черт! Наружу! Наружу! Рэпсон! Нет! Перед, мы не пробьем этого панцера в лоб! Надо во вход! Видно! Отходим! Я его не вижу! По правому борту танк! Ты промахнулся! Отлично! Танк уничтожен! Рэпсон, ответь! Рэпсон, слышишь меня? Боже! Рэпсон! Прости!
дорогу! Да, еще один панцирь! Он ведет нас! Снаряд отскочил! Он взял нас на прицел! Панцирь справа! Выйди из зоны прицела! Не пробил броню! Впереди толстая броня! Надо обойти! Нет визуального контакта! Ищем врага! Не вижу противника! Ищем его! Я его не вижу! Прицел!
Генри, отъезжаем! Еще один удар не выдержит! Нам надо разобраться с тигром! Нельзя уходить, пока не добьем последний танк! И где они? Не вижу никого! Танк по левому борту! Попадание! Застрял в лобовой броне! Не пробил броню! Он взял нас на прицел! Нет визуального контакта! Ищем врага! Там справа от нас! Перезаряжаю! Есть! Попадание! Отлично! Он ведет нас! С рикошетью! Немецкий танк справа! Танк врага уничтожен! Едем на холм, на котором был тигр. Театр где-то за этим холмом. Дегу 227, злодею! Мы долго не продержимся! Злодей, Дегу Дуайт 27. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Чиню все, что могу! Театр уже совсем рядом. Баки, что бьют по театру! Это театр! Похоже, свод Тернера в дерьме! У нас тут немецкий танк! Уничтожьте этот панцирь! Перезаряжаю! Нас сейчас разобьем! Вражеский танк подбит! Вражеская техника! Уничтожить! Вот и панцерспек! Твой дом, впереди! Они отходят! Жарим их! Почти закончили! Добейте оставшихся! Спасибо за помощь, сэр. Дегвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Олендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще, будь у нас пара танков. Берез должен удержать эту позицию. Мы на острие атаки, рядовой. Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытие. Пулемет! Уходите с улицы! Нарываемся вперед! Ищем наши! Огонь!
Сержант, где они? Аелло! Где дымовые шашки? Вот, держи! Готово! По лестнице не пройти. На улицу возвращаться нельзя! Иди нас, с виду клипкая. Дэниел, сдавай гранатомёт. Назад! Дэниел, бинокль! Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниел, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что ты высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. Все чисто? Вперед, будьте начеку. Дэниелс, нам нужен гранатомет. Берегись обратного удара. Ничего не вижу! Там немцы! Валим их! Дорога заблокирована! Это будет играть! Не вижу их! Ложись! Роджерс, вперед! И зачисти следующую комнату! Есть, сэр! Заблокировано! Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О, как смешно! Дэниел, пошел! Аптечка здесь!
Помогите! Он вышел из укрытия! Все в порядке? Спасибо, я в порядке! Крауты везде! Отель вон там. Действуй тихо, пока не ударит. Ладно, пошли. По лестнице вниз. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с ручника и рули. Остальные толкаем. Так точно. Дэниелс, нужна помощь. Бросаю дымовую! И дымовые и гранаты. Вот же сука! Вы на вроде в порядке. Немного бензина есть, аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Какой сюрприз! Толкай, студент! Ладно, двинули! Готовьтесь, парни! Дэниелс, еще одна стена. Пробивай! Снесем все стены, да? Осторожно! Вперед! Не стойте! Надо зачистить холл! Тусло, направо! Аела, налево со мной! Второй этаж! Так точно! Есть! Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! Держитесь рядом. У меня есть дымовые и гранаты. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Отвали. Хватит! Дэниелс, дверь! Свет! Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста, помогите! Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого,
Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Аелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. Не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Поверить не могу, заботимся о близких краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасешь. Они гражданские, отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Ну да, ну да. Вон грузовик, пошли! Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Краутер на подходе! Заводи его! Они отступают! Есть! Завелся! Садись! Дэниелс! В грузовик! Ты его завел! Спасибо, что прикрыл! Думаю, они перестраиваются на северной стороне! Надо предупредить отряд! Надо поскорее вывести гражданских! Да! Или окопаться! Рискованно! Могут попасть под перекрестный огонь! Поздно волноваться! Вперед, вперед! Пирсон прав, Дэниелс. Нам некогда думать об этих людях. Это гражданские, им нужна помощь. Давай нас сквозь и остановись на улице. Есть, сержант. Ладно, вывозим гражданских. Вперед, вперед, вперед! Сэр, нам пора. Подкрепление скоро прибудет. Она? Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу. Не разрешаю. У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Черт! Счастье! Ah!
Черт! Анна, ты где? Надо найти Анну. Она должна быть где-то здесь. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Bereich gesichert! Du kannst nicht entkommen! Черт! Стой! Не стреляй! Все хорошо. Сейчас выберемся. Сасуке, Казва. Kein Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Казва, nein. Ich bin Erika. Все будет хорошо. Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Ты молодец! Мы почти выбрались! Теперь Эрика! Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко! Мы почти выбрались! Куда они все лезут? Стой, не стреляй! Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Мы справимся. Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Не волнуйся. Ты не пострадаешь! Один из наших! Надо скорее выбираться отсюда! Неси ее к грузовику, мы прикроем! Да, сэр! Пора уходить! Денис, иди сюда! Это почти наш! Мы заняли холл! Анна! Спасибо! Мама сказала, что я должен Каспар кümmern. Они не вернутся. Отсюда они доберутся сами! Идем! Мы их сопровождаем и точка! Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель?
Все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Касарин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Bechle. Wer geht? Грузовик подбили. Эрика! Bitte, Эрика, komm auf! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь. Мы взяли Ахен. Открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни —